Больше не могу! Эти комары мне прохода не дают! Это потому, что котики всем нравятся. Потому что от нас, котиков, польза есть. А от комаров какая польза? Только укусы и чесаться хочется. Если будешь много чесаться, станешь чеширским котом. От комаров, Матроскин, очень большая польза. Они в пищевой цепочке участвуют. Ими лягушки питаются. Вот пусть идет своим лягушкам, а я в их цепочке участвовать не желаю. Матроскин, ты, я ж просил со вспышкой не фотографировать. Исчез? Вот у тебя какая фотовспышка! Комара уничтожительная! Ой-ой-ой! Подумаешь! От пары-тройки комаров избавился! Никому от этого хуже не будет! Только польза сплошная! Матроскин, если комаров уничтожить, экологическая катастрофа может случиться! Дядя Фёдор, ну какая катастрофа? Ну никто тебя не кусает, не жужжит над ухом! Ну живи и радуйся! Что это такое? А ну, брысь с моего огорода! У вас своя жилплощадь имеется! Матроскин, я же предупреждал, что будут последствия. Комары все исчезли. Теперь лягушкам есть нечего. 14, 36. Уф! Пока все на месте. Молодец! Кто? Ах так? Матроскин, стой! Я лягушек в обиду не дам. Отдай! Теперь и лягушек нет. Все равно от них только шум один. И проку никакого. Теперь жди, Матроскин, нашествия другой живности. Интересно, кого? Да вы издеваетесь, что ли? Вот тебе, Матроскин, и следующее. Катастрофа. Лягушки твой огород от гусениц защищали. Лягушки исчезли, значит, гусеницам бояться некого. Да я свой огород сам защищать буду. Уж лучше, чем любая лягушка. Ой-ой-ой. Матроскин, остановись. Выброси уничтожитель. О природе подумай. Коровки тоже природа. Гусеницы всю траву слопают. Что тогда моим коровкам останется? Матроскин, как ты не понимаешь? Если гусеницы исчезнут, все еще хуже станет. Ага. Матроскин, ну-ка, без резких движений. А с гусеницами мы и сами справимся, я тебе обещаю. Вот и все. Гусеницы пропали. А потом и птиц не станет. А потом... А там и мы исчезнем. А где Вера Павловна? Уничтожил и комаров, и лягушек, и гусениц, и Веру Павловну. Ты-туй. Ух. Дядя Фёдор, я балбес.
Добро пожаловать. Пройдите, пожалуйста, на огород. Интересно, а он молоко умножать умеет? Это сколько сэкономить можно? Стой, Матроскин, там же настройки на... на земноводных. Хотел приумножить, а получилось Можно тебя на минуточку? А у меня еще в лесу дела. А у меня в коровнике. Мы едем выбирать участок для нового дома. Ура! Будет где моим коровкам разгуляться. Эх, какой воздух. В банки закатывать можно. Ни одного дерева. Двери пални, голову напечет. Эх, красота! И деревьев на все головы хватит. Лес со всех сторон. Хочешь, чтобы Веру Павловну енота утащили? Слишком влажно. Веру Павловну комары искусают. Ну, тут все ясно. Вера Павловна кубарем в речку укатится. Вера Павловна уже не маленькая, чтобы кубарем катиться. Мне кажется, это идеальное место. Ура! Тож, дерево у нас уже есть. Осталось к нему небольшой дом пристроить. С большим бассейном. И огромным коровником. Ну что, поехали, пока мама какую-нибудь опасность не обнаружит. И мы пока здесь осмотримся. Молчи, дядя Федор, еще одних поисков я не переживу. Тёме, мы разберемся. Я в лесу поведение насекомых знаешь, как изучил? У меня план есть. Ой. Понятно. Значит, нужно быть готовым ко всему. Короче, план такой. Мы пчел из дерева выманим, вход в дупло закроем и все. Участок свободен. Живите, кто хочет. А пчелы куда денутся? Да куда угодно. Знаешь, сколько в этом лесу дуплов? Или это дуплей? Дупел в лесу действительно много. Вопрос, как их выманить? Да пчелы за своей королевой куда угодно полетят. Я им сейчас такой полет шмеля устрою. Нет, Вера Павловна, это опасно. Дети остаются дома. Матроскин, жми кнопку. Полетели! Thank you.
Ой! Ура! Переходим к плану Б. Что за план Б? Бежим! Говорил, пчелы новый дом всегда найдут. Классно танцуют. Видать, претендуют на новую королеву. А красом не вышел. Песни звонкие, танцы бойкие, платья пышные и роскошные. Ох, спою я вам. Ачи! Ох, спляшу я вам. Ачи! И спою я вам. Лишилась волоса. Голоса! Дед! Ушла в аптеку, без меня лечиться. Учиться. Вот так день. Целую экологическую катастрофу предотвратил. А пачкаться зачем? Сам-то я отмоюсь. Зато совесть у меня теперь чистая. Я на речке завалы разобрал. Вот так. Ну, здорово, соседушки. Все, я гляжу, у вас по-старому дом на месте стоит, да? Это потому, что наш дом недвижимость. Нет, это потому, что шарик ваш чужие дома передвигает. Реку из берегов вывел, и все. Тю-тю. Я сам чудом спасся. Я его по веточке собирал, а он уплыл. Да кто уплыл-то? Дом мой! Ой! Все-таки обалдуй ты, шарик. Мы тебя зачем взяли? Дом охранять, а ты чужие ломаешь. Да я же как лучше хотел. Не расстраивайся, шарик. Придумаем что-нибудь. А бобер пока у нас поживет. Заходите, располагайтесь. У нас тут все места хватит. Я вот в гамаке сплю, а Матроскин на печке. Не, меня в гамаках укачивает. А духоту я не переношу. Ого! Шкаф! Этот вариант мне подходит. Ой-ой. Это что, Оль? Это бобер. Беженец. Верните его в лес! Да куда в лес? Он же без дома остался. У него стресс. Он сейчас вообще мех может сбросить. В моем шкафу не позволю мех сбрасывать. Зря вы так. Бобровый мех в хозяйстве, ай, как полезен. Чем это он полезен? А тем, что он голос возвращает. О! Точно. Воротник из бобрового меха — это народный секрет здоровья. Меховатый. А если хорошо кормить, еще меховастей буду.
Вот есть все-таки еще на свете женщины, у которых сердце не в конец очерствело. Стол-то какой! Эй, ах! Пировать так пировать! Ай! Качественная у вас древесина! Пожалуйста, бей, ломай, грози! Сострадание надо иметь! Да сострадание я имею! Сижу на печи и страдаю! Не ссорьтесь. Лучше пойдем за ягодами. Ешь. Десерт. Ой-ой. Тема. От такой жизни шелковистость точно повысится. А, здрасте! Вы тут бобра не видали? Кузен мой из Бобруйска. Приехал на плотине поработать и сейчас как будто смыло. Так вот же, а где он? А, опять бежал. Отлишь бы не работать, а? Лентяй и аферист. Ну, приступим. Это не он. Это что, стричь, что ли, будут? Так я только за. Какой у вас, Маргарита Егоровна, воротник из бобрового меха изящный? Главное, целебный. Я вот себе тоже бобра завел. Он мне карандаши точит и мебель на почте от воров стережет. Надеюсь, мебель у вас из пластика? Еще чего! Чистое дерево, карельская береза, первый сорт! Минуточку! Это что, выходит, бобры мебелью питаются? Не позволю изводить казенное добро! Ха, что вам мебель, то бобру салат!